Здорово, Ярослав. Классно свет включил. Опа. Знаешь, сухой лед – это уровень детского шоу. Детское шоу, говоришь, да? Да. Ладно, а что, если мы совместим это шоу с шоу мыльных пузырей? Смотри, я возьму кусок марли, пропитаю ее в мыльном растворе, вот так. Угу. О, что-то было. Вот, смотри как. Когда взорвется? Тихо, иначе вообще не взорвется. Короче, я не хочу ждать, когда он взорвется, давай я. Ого! Ну, он прям тебе? Испарился. Здорово, классно. Угу. Слушай, а можно я попробую? Попробовать? Да. А, смотри, только нам нужно заменить воду на более теплую. Ты пока мыль тряпочку, а я сейчас приду, хорошо? Ладно. Ну вот, готово. Ты готова? А, подожди, нужно добавить сухой лед. А, ладно. Внимание. Вот так. Вау. Блин, ну-ка, прикольно. Еще чуть-чуть. Ну что, давай, повторяй. Чуть выжми, растягивай и аккуратно проводи по тарелочке. Пробуем. От самого края к другому краю. Так. Смотри. Получилось даже интереснее. Больше пузырей лучше, чем один, правильно? Да. Ой. Давай еще раз. Давай. Сейчас и... О. Получается настоящий торт из пузырей. Да? Прикол. Сухой лед интересен тем, что он из твердого состояния переходит сразу в газообразное. Поэтому мы и видим этот туман. Кстати, какие три агрегатные состояния вещества ты знаешь? Жидкость. Так. Газ. Так. И твердое вещество. То есть сухой лед пропускает жидкое состояние. Верно. Если мы возьмем обычный лед и растопим его, то получится вода. Если мы вскипятим воду, то получится пар. Все три агрегатные состояния налицо, а сухой лед сразу из твердого состояния переходит в газообразное. Это явление называется сублимация или возгонка. Возгонка? Возгонка. Его также можно наблюдать на примере и других веществ. Сейчас покажу. Ну что, коллега, приступим? Для начала насыпь йод в банку. Я думаю, йод жидкий и может ссадины. Ты говоришь про спиртовой раствор йода. Сам же йод при нормальном атмосферном давлении не может быть в жидком состоянии. Опс. Давай еще один кусочек, чтобы наверняка, хорошо? Угу. Не обязательно большой. Я предлагаю взять этот йод и поставить на плиту, разогреть. И посмотреть, что получится. А можно я включу? Да, конечно. На максималочку поставь только. Давай. Угу. Так. Да. При нагревании йод переходит из твердого состояния в газообразное. Ага. Понял? Да. Это явление называется сублимация. Когда газ касается колбы с холодной водой, происходит обратное явление. Йод снова становится твердым, и это явление называется десублимация. Понятно? Да. Сублимация – какое-то знакомое слово. Ладно, я хотел сказать, что это не очень быстрый процесс, поэтому специально для тебя я сделал все заранее. Сейчас покажу. Покажи. Вот. Смотри. Это йод? Да. Как не может быть? Это йод, который кристаллизировался на дне этой колбы. Знаешь, этот йод точно такой же, как в этой банке. Красотища, правда? Согласен. Ладно, с йодом мы разобрались. А сейчас я покажу тебе еще одну сублимацию. Еще одну? Конечно. Ну давай, покажи. Нам для этого опыта понадобится бензойная кислота и... Пожалуйста, подай мне вон ту веточку. Ага. Так. Хорошо. Что мне делать? Смотри, ты должен насыпать 3 ложки бензойной кислоты в эту банку. Угу. Поможешь? Да, давай. Хорошо. Только, пожалуйста, не просыпь, ладно? Угу. Хорошо. Вот. Это 2. Угу. Так, и 3-я ложка. Хорошо. Теперь мы поместим нашу ветку в эту баночку. И поставим колбу с водой. Она будет служить и крышкой, и холодильником одновременно. Здесь все готово. Как думаешь, что мы будем делать дальше? Ну, знаешь, я думаю, мы поставим на плиту, а то она так не зря тут стоит. Все верно. Итак, ставим на плиту. Хочешь включить? Давай. Как всегда, на максималочку. Так. Опс. Ага. Отлично. Теперь смотри. При нагревании бензойная кислота из твердого состояния переходит в газообразное. Угу.
Ну, я пока не вижу изменений. Ну, подожди, нам нужно немножко времени. И мы увидим, как пары бензойной кислоты при соприкосновении с колбой с холодной водой будут кристаллизироваться и оставаться на стенках не только банки, но еще на нашей веточке. Это будет очень красиво. Получается, что такой же принцип, как и у йода, да? Да, действительно, абсолютно такой же. Сублимация, десублимация. Кстати, бензойную кислоту впервые получили в 16 веке из смолы стираковых деревьев. Из каких деревьев? Стираковых. Они росли в Юго-Восточной Азии. А сейчас бензойную кислоту производят на основе толуола на Омском нефтеперерабатывающем заводе. У этой кислоты огромная сфера применения. Мы ее даже едим в виде консервантов, которые обозначаются буквой Е и цифрами. Бензойная кислота замедляет рост дрожжей, плесени и бактерий. Похоже на снежную метель, как на Новый год. Выглядит очень круто. Кстати, если ты вспомнил про Новый год, самое время добавить снега. На этот случай у меня есть еще один классный опыт. Сейчас я тебе его покажу. Давай. Слушай, Ром, может уже плиту выключим, а то уже там все готово. Да, пожалуй, можно выключить, давай. Оп. Смотри. Мы переходим к следующему опыту. Наблюдаем. Слушай, а что ты насыпаешь? Это полиакрилат натрия. Вон, посмотри, он безопасен. И у него, кстати, есть одно удивительное свойство. Какое? Дело в том, что полиакрилат натрия имеет свойство впитывать жидкость, то есть абсорбировать жидкость, в 200-300 раз больше, чем он весит сам. Представляешь? Да. Смотри, мы добавляем воду. А из него подгузники делают? Еще и дополнитель для кошачьего туалета. Хорошо впитывает, реклама не врет. Да, так и есть. Знаешь, я этот опыт уже делал дома. Хочешь попробовать еще раз? Да, давай. Минутку. Вот. Держи. Ага. Вот полиакрилат натрия, вот вода. Поехали. Угу. Сколько ложечек? Давай две. Ага. Знаешь что, а давай лучше три. Хорошо. Так, а теперь добавляем воды. Все верно. Угу. Тихонечко. Вот. Класс. Столько. И вот сюда. Все. Хорошо. На что похоже? На снег. Отлично. Получается, у нас Новый год теперь каждый день? Да. Ну что, классный опыт получился? Согласен. Ребята, любите науку. С ней праздник будет каждый день. С Новым годом! Всем пока!